Сейчас на тренировке. Вот в таком месте. Это подвальчик такой. Бомбоубежище. Сейчас сделаю жим лёжа, точнее уже сделал. Принес колонку сюда. И там батина комната. Вот тут жим лёжа я сделал. Тут присед делает. Вот тут висят мои плакаты. Вот Майк Тайсон. Рой Джонс. Это батина комната. Армрестлинг тут. Батя Денис Сыпенков. Вот Костя Губка, знакомый мой, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу с нашего города. Так, жмлю уже по делу, сейчас буду делать разводку на вот этой лавочке. Вот еще такие старые плакаты. Тут уже много лет этому подвалу, много лет. Лет, наверное, 25 точно. Приходят так пацаны, занимаются. Ну и, соответственно, я иногда прихожу. Ну, не постоянно. Вот такой тренажер, гиря 40 килограмм. А вот сюда приходят играть в теннис, теннисный стол. Тоже все бесплатно, было бы желание. Вот ракетки, мячики есть. Значит, шведская стенка, не видно. Такой вот зал. Зал, подвал. Восемьдесят три килограмма. Даже с места не могу. Вон, 33 года. Так сразу я выгляжу в 33 года. А теперь дедушка 59 лет. Да? Давай, дедушка. Давай, давай. Показывай. Так ты 103 килограмма весишь, я 80. Не, если бы ее она чуть выше поднялась бы, от земли оторвать, я бы сделал бы. Так, это что, кисти, предплечья? Крутишь, да, и все? Одной рукой крутишь, другой держишь, одной крутишь.
И что дальше? Просто держать? Да. Можешь перебинаться. Не спеши. В любую сторону, в ту или в ту. Одной рукой крутишь, а вторую придерживаешь, да. Ты по времени смотришь? Вон часы у тебя сзади. Полминуты. Старайся сильнее прокручивать, закручивать. Захват, а что туда бери, вот. Кисаешь туда, вот когда прокручиваешь, больше загибает. Стоп.